В сфере пассажирских перевозок Муналинского района введены в эксплуатацию 13 новых автобусов. Техника построена на заводе АО «Сарыарка Автопром» в Кустанайской области. Как было отмечено на торжественной церемонии вручения ключей, автобусы марок «Анкай» и «Вектор Некс» работают на экологически чистом дизельном топливе. Автобусы оснащены газовыми двигателями, соответствующими стандартам Евро-5. Для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья установлен низкий пол и специальный подъемник. В новом общественном транспорте также предусмотрена мера безопасности видеонаблюдения. Для удобства жителей в летний период установлен кулер. Новый общественный транспорт будет курсировать по маршрутам Актау-Кызылтубе-Актау, Актау-Атамекен-Актау, Актау-Кызылтубе-2-Актау и Актау-Батыр-Актау. Население района давно просило нас улучшить условия пассажирских перевозок. Сегодня мы решили этот вопрос. От всей души благодарю областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Также от имени жителей выражаю признательность компании-перевозчику и частному предпринимателю.